В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 23 тысячи славянцев, 11 с половиной тысяч пали в бою. К сожалению, и сегодня нашим землякам приходится защищать интересы Родины, участвуя в специальной военной операции. Одним из тех, кто откликнулся на зов Родины и отправился защищать ее интересы, был выпускник 7-й школы поселка Степного Назарет Халатян. В должности старшего наводчика минометного расчета он с первого дня участвовал в специальной военной операции. 25 сентября 2022 года погиб со своим командиром при обороне села Зеленый Гай в Херсонской области. За проявленное мужество и героизм Назарет Халатян награжден орденом мужества посмертно. Ребята отслужили практически год, началась спецоперация. Он был уже, в принципе, хорошо подготовлен. И ему было 30 лет, а ребят, с которыми он служил, было им всего по 20. 21, 22. И он был для них как, не знаете, как защита. Он все к нему, как бы сказать, всегда искали ответы на свои вопросы. Вот. Многие ребята, которые приезжали к нам с передовой, ко мне лично домой, они говорят, вот зайдешь к нему на 15 минут, а получается, что на 3-4 часа у него завис. Он очень любознательный был, очень много знал. Знал, мало того, историю России, государств. И этим всегда делился. В памяти героя в 7-й школе была открыта памятная доска с его именем. Поддержать родных и близких, разделить с ними боль утраты, собрались на территории школы друзья и сослуживцы бойца, учащиеся, учителя, глава прибрежного сельского поселения Татьяна Сайганова, представители общественных организаций, казаки, сотрудники управления образования и неравнодушные жители поселка Степного. Все ребята, которые у нас находятся там, и те ребята, которые погибли, они у нас патриоты. Они у нас патриоты президента, они у нас патриоты страны нашей, они патриоты нас с вами, они патриоты семьи. И благодаря вот таким ребятам-героям мы с вами сегодня стоим под мирным чистым небом. Спасибо большое маме за такого героя, низкий вам поклон. А вам, ребята, помните, пожалуйста, и чтите. Чтите это имя и помните, что вы учитесь в той школе, где учился герой-патриот Назарет. Память погибшего героя собравшиеся почтили минуты молчания, а затем возложили цветы к памятной доске. Говорят, пока о человеке помнят, он жив. Пусть именно славянцев, погибших при исполнении своего воинского долга, отдавших жизни за нашу страну, за каждого из нас, живут в наших сердцах. Это самое малое, что мы можем для них сделать – помнить их. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».